Как минимум 20 человек погибли, более 25 получили ранения в результате теракта на западе Техаса. В разгар субботнего дня в одном из торговых центров города Эль-Пасо стрельбу по покупателям открыл белый мужчина. Нападавший, 21-летний житель соседнего Аллена, был задержан полицией. В магазине Walmart находились от 1000 до 3000 покупателей и около сотни сотрудников. Многие уже делают покупки перед школой, потому людей было так много, когда началась стрельба. Накануне теракта злоумышленник опубликовал в соцсетях манифест, в котором поддержал другого стрелка, убившего в марте свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии. Сегодня Техас скорбит. День, когда для многих пройтись по магазинам – самое обыкновенное занятие, оказался одним из самых трагичных в истории Техаса. По заявлению главы полиции города, дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти. Эль-Пасо расположен всего в нескольких километрах от границы США и Мексики. Среди убитых как минимум 3 мексиканца.